Добрый день! Сегодня 8 апреля, и мы решили прийти в лес, зарядиться энергией от деревьев. Это древние славянские техники. На Руси лес был всегда кормилицем, защитником, ну и заряжал энергией всегда древних русичей. Но, к сожалению, традиция забыта, но вот сегодня мы ее как немножко возрождаем. Вот прежде чем зарядиться от дерева, нам нужно его выбрать. Ну, вот это вот дерево, вот, оно очень хорошее, такое большое, сильное, да, но оно раздвоенное. Это говорит о том, что здесь энергия не совсем правильная выходит, то есть она не гармонична, и вот таких деревьев заряжаться нельзя. То есть сосна, если это сосна, она должна быть с одним стволом. Вот, ну, посмотрим, где у нас тут дерево есть получше. А, вот, вот дерево есть. Давайте вот мы к нему пойдем. О, правда, еще снега много. Посмотрим сейчас, насколько они активны, деревья. Насколько активны деревья. Так, сейчас посмотрим. Так, ну-ка. Ну, сок, наверное, еще не идет. Хотя, наверное, там, где... уже снег растаял, вчера очень таял хорошо снег, наверное, сок шел. Ну, она все равно активна, вот я чувствую руками, как она, и от него идет энергия, и мы можем от него попробовать зарядиться. Значит, есть два способа зарядки энергии. Один способ мужской, а второй женский. Значит, сейчас я вам покажу, как заряжаться от мужского. Вначале мы проверим, сколько у меня энергии. Сейчас мы потрем ручки вот так и попробуем, вот какое поле. Ну, где-то вот так вот у меня сейчас, да? Да, вот чувствую, вот выше уже нету. Теперь мы мужской пробуем. То есть нужно прислониться спиной к дереву. Вот, и чтобы затылочек был. Руками мы сзади обхватываем вот так дерево. Ноги стоят у нас широко. Вот. И теперь наша задача слиться с деревом в одно целое. То есть закрыть глаза и представить, что я и дерево – это одно целое. Вот, я чувствую, как вибрации вот этой восходящей энергии, которая весной очень сильная. Но вот сегодня они еще чуть-чуть спят. Но все равно я чувствую, вот она идет, энергия. Она идет, я вот слился с деревом, и я тоже начинаю наполняться вот этой энергией, вот этой весенней сильной энергией. Ну вот, нужно чуть-чуть постоять, вот ощутить. Ну вот, я, конечно, мало постоял, нужно постоять минут 5, наверное, где-то расслабиться, соединиться, да. Ну, посмотрим, что произошло за эти 5 минут, за эти вот несколько секунд, да, тут, ну, около минуты у нас получилось, наверное, чуть меньше. И посмотрим, что у нас с энергетикой. Чуть-чуть, да, посмотрим. Так. Ну, вот она вот чуть-чуть увеличилась, видите, да, вспомнили, какая она была, чуть-чуть. Вот дальше уже надо еще стоять. Вот, ну, как бы мы не будем тратить на эту пленку. Вот, сейчас я вам покажу женский тип зарядки. Ну, поскольку у мужчин у них восходящий поток идет по спине, а у женщин спереди, ну, как бы в основном большинство. Поэтому женский тип энергии, нужно встать лицом к дереву, да, обнять его, вот так, прислониться лбом и точно так же слиться с деревом в одно целое. И ощутить вот ту энергию, которая идет. Ну, здесь, наверное, вряд ли получится что-то. Сейчас посмотрим. Так, вот нет, она практически не увеличилась. Ну, я очень мало стоял, да, и потом как бы мне, как мужчине, больше мужской тип энергии дает возможность зарядиться. Ну, вот такой, такие два способа зарядки энергии вы можете делать. А когда приходите в лес, я вам советую всегда это делать. Ну, замечательно. Ну, мы долго ходили по лесу, чтобы найти хорошее дерево для зарядки. Но вот они все какие-то дохлые, маленькие деревья.
А вот нашли такое замечательное, оно здоровое, то есть оно не больное. Вот. И вот у этого дерева как раз можно зарядиться хорошо энергией. То есть у нее вот сила есть. Мало того, что вот посмотри, вокруг еще снег лежит, да? А вот дерево, оно уже тут снега нет, и оно берет вот эту энергию земли очень сильную. Тем более сейчас весна. Да, вот я прям чувствую, как вот энергия там идет. Ну вот сейчас можно будет попробовать зарядиться. Сейчас встану спиной. Закрою глаза, соединюсь с деревом, руки, вот я к дереву прислонил, и, о, какая сильная энергия, прям вот по позвоночнику, по ногам идет, прямо наполняет все тело, прям вот силище, вот это силище, прямо аж жарко стало, вот у меня прямо настолько жарко, что вот прямо пот начинает выделяться на лице. Вот это сила, да. Вот, сейчас мы зарядимся на целую неделю. О, как хорошо. Ой, какая прелесть. Ну ладно, хватит. Попробуем. Все. Замечательно. Спасибо, дерево. Спасибо, все хорошо. Ну вот, вот так, такие деревья надо выбирать для зарядки. Ну и если можно, побольше стволом.